Минобороны Азербайджана вновь выступила с опровержением. Распространенная армянской стороной информация о том, что 24 ноября с 21:30 до 22:30 вооруженные силы Азербайджана вели обстрел в направлении позиций подразделений армянской армии, не соответствует действительности, говорится в заявлении оборонного ведомства. Кроме того, Министерство обороны Азербайджана сообщило об очередном обстреле Армении позиций вооруженных сил страны. Согласно сообщению оборонного ведомства, 25 ноября с 9:55 до 12:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в Ахдамском и Ходжавенском направлениях. Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.